Лети же, Сюнин. Петра! Покажись! Уже темнеет! А, олень. Он знает, где Петра. Мне жаль тревожить тебя, господин. Эйвор, рад видеть тебя. Ты то о таком рассказывала Петра? Ха-ха, конечно. Взгляни на меня. Надеюсь, ты сможешь мне помочь. Петра потерялась. Мне нужно найти ее до заката. Нет, Петра не потерялась. Она рядом, совсем рядом, и ждет тебя. Иди за мной. Значит, ты хранитель этого места? Хорошо ли тебе живется? Тут, среди холмов и долин Мерси. О, вполне терпимо. Я ем, сплю, забавляюсь. Мне всего хватает, и я наслаждаюсь каждым мгновением. В общем, неплохо. А что это вы с Петрой делаете в лесах? Может быть, охотитесь? В каком-то смысле. Мы ищем ее брата, Воллеса. Она прождала его весь день. О, ничего себе! Где же он может быть? Вот уж точно, где? Ха! Петра рядом? Боюсь потерять ее. Вот только что была здесь. Что? Что происходит? Мне пора. Сейчас, немедля. Йотуны! Здесь, в Мидгарде? Убирайтесь в Йотунхейм! А не то вам конец! Гляди в оба. Что вы сделали с Петрой? Что вы сделали с Петрой? Отвечайте! Эйвор, стой! Я здесь! Я выбью из них ответ, Петра! Я узнаю правду! Я найду тебя! Эйвор, я тут! Ни к чему дальше допрашивать тушу! А, да. Прости. Идем. Кажется, я знаю, где искать Воллеса. Там! Его след, Петра, ведет туда! Я встретил твоего друга, Белого Оленя. Но он исчез, прежде чем я нашел тебя. Он явился тебе! Ненадолго. Я говорил с ним, а потом он растворился в воздухе. Жаль, если честно. Он мне понравился. А, смотри! Какой странный сейд, Петра. Где ты? Да вот же! Эйвор, я тут! Наверху! Петра! Как ты это делаешь? Стоит только захотеть, и все получится. Это так же просто, как ходить. Попробуй. Опять? Петра, как? Но смогу ли я, Петра? Конечно, попробуй. Просто беги вперед. Нет! Перебор! Перебор! Вот это да! Ты прямо как твоя Сюнин. И ни царапины не осталось. Ну, пойдем. Воллес, наверное, там. Ты уверена, что Воллес здесь? Никого не вижу. Да, здесь. Спросим у кроликов. Они точно что-то знают. Верно. Кролики. Мы здесь уже были. Где-то тут на нас напали волки. Да. Надеюсь, их духи не гневаются и не захотят нас разорвать. О, нет! Духи волков пробудились! Здравствуй, Белка. Прости за беспокойство, но не видала ты моего брата, Воллеса. Эх, не говори, кроличьи! Петра, быстрее! Наша крошка кролик. Да, ясно. Благодарю тебя. Эй, возьми! Олень вернулся!
Билл, вперед, Эйвор, за оленем! Нет, нет, прошу, не исчезай. Не сейчас. Нам нужен Воллис. Нет, нет, постой. Стоп, мы дома. Значит, мы просто ходили кругами. А что мы там высматриваем? Воллис? Башка ты каменная! Мы тебя обыскались! И вот он я, отдохнувший и готовый к труду. Где ты был? На обратном пути моя ноша была тяжела, шел я медленно, пришлось делать привал. Я набрал грибов для похлебки. В общем, веселые были грибы. Я будто спятил, содрал одежду, бегал где-то, проснулся в лесу голый и в синяках. Пришлось прокрасться голышом домой, взять одежду. Теперь вот я иду за инструментами. Грибы. Значит, олень был просто сном. Может так. Но не отвергай сны. Они часто значат больше, чем явь. До сих пор слегка ведет от грибов, но приятно. Было весело. Может, потом повторим? Только без грибов. Можно. Но надо... Уютной защи... Я рад, что ты добрался, Хёлберт. Спасибо Сигурду. Он хороший проводник и собеседник. Рассказал мне пару историй. Лучшие были о тебе. Неловких подробностей в них не было? Нет, но были камни. Эйвор, не хочу перебивать, но что с Ледочестером? Союз заключен. Сыновья Рагнара теперь наши друзья. Рада слышать. Вы оба молодцы. Вы не так давно в Англии, да? Судя по карте, даже Мерсию толком не увидели.
Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Так зовут вождей, старейшин и просто людей с деньгами и властью. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Ха, интересная мысль. Калберт, ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Тогда давай ты, Эйвор. Поведай, скажем, о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Так. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я многое повидал в этом новом краю. И в скитаниях своих заключил я немало крепких союзов. Келвульф, король Мерсии, стал нашим другом. На юге ярл Скона Сомы и Даны Грентебриджа поклялись нам в вечной верности. Мои с Сигурдом труды укрепили наши связи с... Послушать тебя, так ты ровня Сигурду. Интересно, что бы он сам тебе на это сказал? Я не равняю себя с Сигурдом. Но от заслуженной славы отказываться я не стану. Пусть славят тех, кто этого достоин. Если это буду я, хорошо. А если кто-то из вас, еще лучше. Давайте выпьем. За Сигурда, да вернется он поскорее. За клан Ворона, верных и храбрых друзей. За Сигурда! За Сигурда! Да избавит он нас от тебя! И да будет ваш Эль столь же хмельным, как у Дага. Скор! Ты думаешь, я пьян, Эйвор? Что, правда глаза колет? Да, слова твоей группы. Но это говорит Эль. О, мой разум не затуманен. И я вижу, как ты меч... Славы в мире хватит всем, кто сможет себя проявить. И я знаю, сколько ее причитается мне. Ну, конечно. Ты... Враги наступают от реки, вроде Даны. Даны? Сколько их? Слишком много. Скорей, бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили Данам? Кто может сражаться вперед? Прочие, ждите здесь! Со мной! Не уйти отсюда живыми!